Ну вот, я к вам вернулся, и чё, мне никто двери до сих пор не открыл. В прямом эфире пообщался, теперь буду один. Вот. Блять, ну опять. Классно, передавайте привет. Посмотрели бывшую. Передавайте, что я ее безумно люблю до сих пор. Так. Привет, 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 улечки. Оказывается, что еще девчонки смотрят из Китая меня, да? Если ты меня прямо сейчас смотришь, то знай. Ты знай. То знай. Завтра. Даже если ты не танцуешь. Ну, ты поняла, да? Танцевать придется. Даже если ты не тусовщица, придется стать ей. Поэтому, в принципе, если ты понимаешь, о чем я говорю, да, после работки, там, тудема судема, туде парапетеп. Вот, поэтому, как-то так. Ля-л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 я. Что вы мне еще расскажете? А то как так получилось, невнятно, нетно. Из Израиля тоже смотрит. Израиль, привет, шалом. У меня в Израиле хороший друг живет. Крутой чувак вообще. Мой бывший брат. Ну, не той бывшей, которую вы подумали, другой. У меня же не одна бывшая. Вот. Но сам факт, очень крутой парень. Поэтому я надеюсь, что, может быть, как-нибудь попаду. Так, в Питере погода не очень, например. А когда она очень? В Питере вообще, в принципе, погода редко хорошая. Поэтому, ребятки, ты добрый? Ну, я считаю, что добрый. Сними кепку. А зачем? 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 Для чего? Я, кстати, купил себе новый чемодан. Чемоданище. И, кстати, всем советую вот эту книжку. Андрей Курпатов. «Чертоги разума». Вы немножко хотя бы поймете о себе, потому что я многое о себе понял. Вот сейчас читаю, кайфую, просто нереально. Офигенная книжка, уже половинку прочитал. Видите, ровно половиночку. Привет из Минска. Здравствуй, Минск, мой родной, мой дорогой город. Кепку не сниму, потому что это my style. Смотрите, какая прикольная, бриллиант, типа, течет. Ну, понимаете, что? Так, не хочешь сейчас телесериал «Замуж за Бузову»? Да я не хочу в жены Бузову, как бы, честно признаться. Если бы хотел, наверное, пошел. Если вы говорите про хайп, но нужно быть хорошим актером, типа прийти и играть. Но мне кажется, надо идти к девушке, которая тебе реально нравится, как женщина, и тогда это будет все неподдельно. Вот, как ребята сходили, обожали. Поэтому это все было честно. С моей стороны, если бы я пришел на «Замуж за Бузову», как правильно называется? План Б. Вот, не знаю. Так. О, у меня с тобой фотография есть. Прикольно. Значит, мы виделись с вами. В общем, я бы не против поучаствовать в каком-нибудь реалити-шоу, вот, но в каком-нибудь интересном, чтобы это было всем этим. Так, я читал «Счастье по собственному желанию», классная книга. Кстати, «Счастье по собственному желанию» — это вторая книга, которую я буду почитать после этой. Леша, ты класс, спасибо. Что ты понял благодаря Курпату? Кто же ты есть? Я понял, что я ничего не знаю. Я понял, что я ничего не знаю. Как попасть в модельный бизнес в Китае детям? Они у меня красавчики, как и ты. Ну, как я, они не могут быть однозначно, потому что у нас разные гены, вообще родители, и вообще мы все люди разные. Вот. Но главное желание, и главное желание не ваше, как мамы, а детей. Потому что если вы хотите, чтобы они стали моделями, а не дети хотят, это пагубно вообще отразится на их жизни. Вы должны прислушиваться к тому, что говорят ваши дети, и к чему у этих детей талант, тяготение и тому подобные вещи. Плюс до 24 лет, в принципе, человек сам ни хрена не знает, поэтому пускай он сам разберется, что ему надо.
Куда собираешься, домой или в Китай будешь Новый год отмечать? Наш Новый год я буду, скорее всего, отмечать вообще на работе. Я буду работать, скорее всего. Если нет, я отмечу в кругу своих друзей, с которыми в Китае. Вот. И я этому буду безумно счастлив, потому что эти люди мне сейчас очень стали родными. Я их очень люблю. Я даже не знал, что так к людям буду трепетно относиться. Вот. Поэтому я буду счастлив отметить Новый год в Китае, конечно же. Но, как я повторюсь, для меня больше, наверное, значимость имеет полет на Бали, отдых, который будет на Бали в феврале, мое день рождения. Вот, потому что в этом году я хочу отметить свое 17... О, господи, правильно хотел сказать, 17-летие. 28-летие, грамотно. Так, по Лизе скучаешь, конечно. И каждый день плачу, вот, и мои слезы, они никому не видны, потому что они плачут внутри моей грудной клетки. Вот. Поэтому это самая главная любовь моей жизни. Как я не могу по ней скучать? Конечно же, я скучаю. Но, как говорится, если любишь, отпусти. Вот так. Идем дальше. Скажи что-нибудь на китайском. Вот Тимбудон. Это я не понимаю. Я, конечно, могу еще сказать, что ты красивая, но я надеюсь, что ты красивая. Нихэн пяоля. Это по-китайски, вот. Могу вам посчитать. И, ар, сан, сы, у, лю, чи, па. И так далее. Так, Леша, тебе идет кепка. Под лицо, вся к лицу, ля-ля-ля. Поешь такую песенку, запивай. Вот. Так, что дальше? Спасибо. Не за что, не за что. Та-тан-тан, ту-ту-ту, ту-ту-ти-ра-ти, ту-тай, ля-ля-ля. Как так? Вот нужно еще другу ответить опять, блин, сообщение, блин. Леха, как общаться с идиотом? Умным, прохавным по жизни. Избавиться никак, это судьба. Как сломать барану рога? Никак вы ему не сломаете. Человек такой, как он есть, умным, прохавным по жизни. Я не понимаю, как можно называть. У вас какая-то амбивалентность. Называете человека идиотом, при этом он умный и прохавный. Я в такие вещи не лезу и вам не советую, но поэтому я вам здесь даже советовать ничего не стану. Это не моя тема. Я с такими людьми не общаюсь. Я помню, когда был на концерте Бузовой прямо в холле, то ты вынес на сцену букет красных роз. И, конечно, я с Бузовой общался тогда тесно. Вот. Ну, как тесно, насколько позволяли возможности. И я приезжал в Беларусь, в Минск на кастинг, потому что я был главным по кастингу, я отбором занимался. Как ты докатился до такой жизни? Блин, знаете, слава богу, что докатился, потому что наконец-то я счастлив. И я постоянно улыбаюсь, мне постоянно глаза даже улыбаются, если вы не заметили. Поэтому я всем желаю докатиться до такой хотя бы, как у меня, жизни, потому что я за все благодарен, я радуюсь мелочам. Вот, я благодарен 2019 году и благодарен, вообще всем благодарен. Если ты меня, падла, когда-нибудь кинула, я даже тебе благодарен, потому что ты мой опыт. Если ты была со мной в отношениях, спасибо тебе за ту любовь, которую ты мне давала. А если не была со мной в отношениях, ну, может быть и к лучшему, потому что ты не испытала самых сильных чувств в своей жизни, самой важной заботы, самой крепкой любви, охуительного секса, завтрака в постель, ля-ля-ля. Ладно, не будем обо мне. Вот. Ну, в принципе, я просто всем благодарен. Я просто счастлив. И вам того же желаю. Почему бы нет? В тебе какая-то обида говорит. Обида? Обида на что? Я говорю о том, что я людям благодарен. И я благодарен всем, кого я встречал, кто со мной был, кто не был. Фу, абсолютно. Поэтому я не понимаю, о какой обиде у вас речь. Мне кажется, чтобы я не ответил, вам будет казаться, что я от обиды говорю. Логика, Каролина, у вас отменная, я вам так скажу. Логика нереальная. Поэтому и вам спасибо, потому что такой логике нужно поучиться. Это нужно как-то так с какой-то стороны зайти, я не знаю. Олеся, он вас... Арили? Ох, ничего себе. А я с Олесей не общаюсь, да, я на Олесю не подписан. Ой, спасибо вам, что предупредили. Напишу Олеське, спрошу, ты Дэна Дом 2? Ой, божечки, бусечка моя, масенька, сейчас тебе приду на проект, будем с любовью с тобой стоить. Наверное, так вы хотите, чтобы я ответил? Ну, не знаю, может быть, ты русский? И утвердительный вопрос, не знаю. Леш, у тебя есть девушка или секрет? А что, если девушка секрет?
Я про Лизу говорю. Я сказал, что Лизу я люблю как свою бывшую, потому что у нас было много хорошего, мы любили друг друга, у нас было огромное количество эмоций. Да, была боль, страдания, но это тоже спектр эмоций. Мы друг другу сдали очень многое. Я никого так не любил, как ее. Может быть, первая любовь только в 13 лет, но это первая любовь, а так. Это самая сильная любовь в моей жизни, поэтому я ей благодарен за все. И все. Просто благодарен. Это важный человек. Не хочешь к Олесе прийти на проект? Я уже вам все рассказал. Что. Желаю в этом году поменьше крыс, разве что только милых крысок. Слушайте, крысы живучие. Я стараюсь не общаться сейчас с такими людьми, типа крыс и тому подобное, стараюсь их уже видеть издалека. Вот, как-то все. Вы общаетесь? Нет, мы не общаемся, я просто не понимаю. Я сужу... Знаете, я общаюсь с бывшими очень хорошо, с некоторыми, с которыми у меня были хорошие отношения, без драмы, без страданий, без боли, без каких-то переживаний, предательств. С этими бывшими я до сих пор общаюсь, и, знаете, я очень тепло к ним отношусь, они ко мне тоже, и я этому безумно рад. И всегда приятно с такими людьми поговорить. Есть такие девушки, вот. А с теми людьми, с которыми у меня было много каких-то переживаний, я считаю, что нам, ну, не о чем больше. Мы все друг другу сказали, я просто этому человеку благодарен, и все. Мы живем своими жизнями. Зачем друг другу напоминать об этом, вспоминать, ля-ля-ля-ля, лирички, люля. Вот. И все как-то, не знаю. Это как у ремарка, знаете, типа, любовь не пятная дружбой, вот. Особенно сильную, и развести вот на попелище вот этот огонек, да, зачем? Так, есть такая сильная любовь, была, слушайте, я считаю, что, то есть ты Аню меньше любил, чем Лизу, понимаете, это два разных человека, с Аней в отношениях было лучше, скажу честно, ну, то есть... Она была за мной. Аня была женщиной, которая следовала за мной. И та Аня, которую вы знаете сейчас, и которой все говорят, это этой Ани давно нет, которая была со мной. То есть эта Аня, которую вы видите, я ее сам не знаю. Я с ней лично не знаком. Для меня это чужой человек. Поэтому мне сложно говорить в контексте той Ани, которую вы себе представляете. Потому что я встречался с человеком 3 года, я жил с ней, и у нас были довольно-таки хорошие отношения. Во всяком случае, с моей стороны, я видел эти отношения очень хорошо. Я видел как супругу, как мать моих детей, будущих, возможно, человека. Мы уже шли в семье. Вот. С Лизой все было очень больно, много боли, но что бы то ни было, как бы мы не ссорились, у нас говорили обиды. Вот, и сейчас уже нет любви, все прошло, и можно уже спокойно разговаривать, да? И я бы, наверное, поблагодарил бывших просто за то, что было, потому что было и прекрасное, была большая любовь, чувство, страсть, было все. То есть не было же только плохо, да? Конечно, во всех отношениях бывают проблемы. Поэтому я бы, наверное, сейчас им подарил цветов просто и поблагодарил. На этом все. Я как бы не ждал бы там каких-то возвращений. Я бы не стал, даже если бы вдруг там со стороны там я увидел какой-то флирт, да, типа давай там с бывшими же типа можно. Ну нет, я бы не стал в трижды, четырежды в одну реку входить. Вот, но...